Доброе утро. Да, у кого-то утро, у кого-то день. Время 11. Мы решили выйти в магазин у дома, так сказать. Нужно кое-что докупить. Сейчас, если получится, попробую вам показать. Идем, намело снега, зайдем в Магнит Косметик, кое-что посмотрим. Да. И просто. Да. Того, что нужно, нет. Попробуем. Наборчики есть. А, восьмой наборчик точно забыл. Что ты хочешь? Пойдем показать там это. Пошли с другой стороны. Бананы 107. Ого. Ага. Полуфабрикат для чипсов и снеков, пшеничный картофель. Делать что ли? Да, я так понимаю. Тут макароны, гречка, томатная паста, да? Слушай, вот это вот, смотри, сибирская ягода, 80 рублей. Только это брусника написано, протертая, сибирская ягода. А, это вот, вот это вот это. У нас в Дикси, как обычно, банки местами. И думаешь, а, вот это Зугер, вот Зугер 229 да, рублей. Да. Клюква, махеев, сироп. Не, много всего. Да, только видишь? Только я ценники, знаю. Да? Молочка. Нам не нужна молочка, нам нужен майонез. Точно? Ну да. Ценник. Можно зрение, дурашки. Это нам ничего не нужно. Все, в принципе, купили. То, что нам нужно было. Пару пачек молока, майонез, снеки и свеколка с морковкой. Все. Отправляемся до дома. Еще раз привет всем. Мы быстренько решили сделать субсолянку. Вот здесь лук обжаривается. А подготовили мяско, курица, сосиски, копчености. Все сейчас вот это закидываем к луку, чуть обжариваем. Добавляем томатной пасты.
воду, соленый огурец и оливки. Все, собственно говоря, суп будет, солянка будет готов. Вот так. Вот смотрите, выделился сок, жир, да, растопился там из колбас. И вот теперь вот мы огурчики, соленые огурцы, именно соленые, добавляем сюда, вот одной рукой неудобно просто, добавляем, и теперь мы тушим чуть все это вместе с огурцами, чтобы огурчик у нас стал мягкий. Все, а дальше мы добавим с вами сюда томатную пасту, зальем это все бульоном, либо водой, ну у кого что. И все буквально проварим, немножечко добавим оливки с рассолом вместе и немножечко рассола от соленых огурчиков. Ну вот уже все, огурчики стали мягкие, добавляем томатную пасту. И обязательно ложечку сахара. Чуть-чуть щепоточку прям. Вот так вот. Все, чтобы сгладить вкус, перемешиваем. Все заливаем жидкостью. Все, и добавляем воду. Добавили воду, немножко рассола и оливки. Тоже с рассолом. Все. На медленный огонь, соль, перец по вкусу, немножечко сухого чеснока, перца. Все, солянка готова. Солянка готова. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока.